Друзья, привет, с вами я, Елик. Извините, что я так долго молчал. Просто это ответственный момент, и 5 часов утра к 4 ночи ФНАФа. Пожалуйста, не лагай. Тебя умоляю. Мы можем выжить. Мы обязаны выжить. Просто обязаны, ребята. Пожалуйста, не надо. Я просто умоляю, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Я понимаю, что это всего лишь игра. То, что обычно... Только дегенераты могут просить и умолять там, чтобы Бог помог пройти. Но я действительно прошу, потому что это очень сложная игра, и осталось считанные минуты. Я говорю таким голосом негромким, потому что я боюсь то, что вдруг они услышат. Вдруг это непростая игра. Вдруг это все как-то... Пожалуйста. Пожалуйста. Ребята, мы перешли на 5-ю ночь. У-ху! Мы молодцы, ребята. Сейчас мы пройдем мини-игру. Я, кстати, уже играл в мини-играх. Там был почему-то золотой Фредди. Я им играл почему-то, не знаю, странно. Оба! Это тот самый непонятный чел. А что? Это все? А, 5-я ночь. Да, может быть, она последняя все-таки. Мне очень интересно, что тут будет вообще происходить, что... Я посмотрел всякие обзоры по этой игре, истории по этой игре, и говорят то, что человек будет мне звонить и говорить про какую-то тайную комнату, и то, что никакой тайной комнаты вообще не существует, и все это бред. Привет, чувак, да, да. Я так соскучился по тебе, мы так давно не виделись. Знаешь что, я, чувак, я прошел, слышишь меня? Твои проблемы меня больше не волнуют. Да. Ребята, мы постараемся пройти дальше и эту ночь, так как все это было очень напряженно. Очень напряженно. Я просто в радости. Мы наконец-то дошли до этой чертовой 5-й ночи. Когда-то я не мог до 3-й дойти. Точнее, да, до 3-й я не мог. На 2-й я тогда застрял, помните? Но, блин, ну это круто. Это реально круто. И знаете, я просто никогда не знал и не думал, что там будет, когда ты пройдешь все ночи вообще. Первый, во второй, в третьем, в нафиг, я не знаю, в каком угодно. Просто очень... О! На меня кто напал? Кто это был? Спрингтрап! Нет, это был... Ребята, это был Фокси? Видели, у него была повязка на глазу? Это был Фокси и... Это был Фокси, мой любимый Фоксичка, Фоксенок. Надо проверить на камерах. Ах ты, ублюдок, уже приперся ко мне, тварь. Иди нахер от меня. Это был Фокси? Оба, мы его переместили, молодцы. Подожди, но он уже тут, но это значит был не Фокси. Нет. Ку-ку, здравствуй, ты мне не нужен. Мы все сделаем, чувак. Сейчас. Ты только нервничай. Тебе нервничать нельзя. Тебе нервничать нельзя. Тебя напал твой любимый персонаж. Ребята, меня очень интересует в комментариях, что вы напишите, кто это все-таки. Фокси или Мангл? Вот, пожалуйста, обязательно напишите мне, кто это из них. Потому что мне действительно любопытно все эти детали. Да ёпарасоты. Пожалуйста, напишите, блин. Час ночи. Давай, мы должны, чувак. Пожалуйста, за родину, за мать Россию. Ну, тебя за Америку, ну давай, чувак, ну мы должны. Мы должны это сделать, чел. Давай, чувак, давай. Нет, тут Фредичка, там Фредичка, пожалуйста, Фредичка, помоги мне, Фрейдёнок, убей его, Фрейдёнок, Фредди, я какие-то сиськи рисую. Но, дорогие друзья, зато мы смогли дойти до 5-й ночи, так что это такой был короткий летсплей, ждите продолжения. Вы это видели, как оно само? Ребята, это знак судьбы, я не нажимал. Или же я нечаянно все-таки дернулся, но я серьезно. Офигеть, это. Оба. Лагает только что. Так залагал, как-то он остановился только что. Ребята, это какие-то странные вещи происходят. Подождать, что? Это какая-то очень странная игра теперь, мне кажется. Я буду следить за Фокси, за каждым движением. Мне плевать на спрингтрапа. Я хочу знать, кто это из них был. Мангл. Или же Фокси. Кто это был из них именно, и мы узнаем. Так, ну же. Давай, чинись. Молодец, родной.
Молодец, родной, 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 родной. Молодец. Давай, давай. Следим за этим ублюдком сейчас. Так, оба. Кажется, он нам видеокамеру сломал. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Крутись, крутись, накрутись, крутись. Деньги нам за это платить. Итак, друзья, давайте, давайте. Ну, теперь аудио, ну. Ну, что меня как мальчик на побегушках используете? Час ночи, час ночи, час один ам, 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 вкусняшки какие-то. Вкусно, вкусная игра очень. О, это все-таки был Фокси, друзья. Я посмотрю, короче, в записи, когда буду пересматривать свой видеоролик, я буду остановлю на паузу и проверю, по-моему, это Фокси. А кто это именно, мы узнаем в следующей программе по выживанию во ФНАФе. А он же так быстро пришел назад. Или же это все-таки мангл? Страшные теории. Это нет, я не буду это вырвать у Брайан Мапса. Опять ты, пихалица. Пихалиционок. Ку-ку, как дела? Иди ко мне, поцелуемся. Ты такой симпатичный, давай целовашки. Муа. Муа. Я сейчас целую экран. Муа. Ничего, не, меня задолбали твои глаза целовать их. Вот-вот-вот-вот, вот тебе в глаза, вот-вот. Все такие шары красивые. Все, ты мне надоел. Все, иди. Да не за мной иди, а вон там выход. Ко мне жена пришла. Жена ко мне пришла, иди. Иди, нас запалит. Она больше не разрешит. Блин, она меня не отпустит, понимаешь? Да иди, жена идет. Ну, блин. Ну, иди, иди, дорогая, я тебя люблю. Все, встретимся завтра. Да, вот, иди, зайка. Господи, я сумасшедший, но мне это нравится. Ау! А вот это подло. Дорогая, ну, я клянусь, я тебе не изменял, дорогуша, ну вот, она меня обиделась и ушла. Все из-за твоей любовницы. Я тебя видел, дорогая, ну прости, дорогая, ну не кричи на меня. Лучше скажи этим людям, чтобы они поставили лайк и подписались на моем канале. Так что, друзья, ждите летсплеев, пока.